Добрый вечер, и мы ведем свой прямой репортаж из города Сочи, и в который мы приехали специально для того, чтобы снимать новые олимпийские объекты, которые строятся к зимней Олимпиаде 2014 года. Воняешь уже даже здесь, ну-ка, нажралась. А, кстати, вот и местные жители, давайте зададим пару вопросов. Добрый день, можно вам задать пару вопросов? Давай. Первый канал. Да я, бля, вообще, Мы приехали чисто высморкаться здесь, на набережной. А что нам? Яхта Абрамовича нам, знаете, как-то до фени. И смех, и грех Сочинской зимней Олимпиады 2014 года. За моей спиной вы можете видеть, как строят новую гостиницу Хилтон. Вот уже построили фойе. Вы видите шикарную лакшери мебель. И, как говорится, от роскоши до красоты всего один шаг. Филиал галереи «Винзавод» открылся в городе Сочи. А вот, знаете, два местных жителя. Попробуем задать им пару вопросов. Как вам впечатление первое от этой шикарной инсталляции? Мы просто в восторге. Судя по количеству посетителей, в принципе, наверное, да. Потому что грандиозная выставка, грандиозная галерея. Пришлось даже, по-моему, расхуять просто на целый музей вообще. Вот. Но этим как раз и Гавриидзе и славится тем, что вот он берет красивый здание. Тот же в Нью-Йорке, когда он делал свою галерею, когда там было 11 сентября, ему пришлось полностью разрушить свои вот эти две башни. Спасибо. Большое спасибо, проваливайте, а мы продолжаем изучать сочинские объекты.